Давно хотел показать, как перегоняем цып на новый участок. Да, и как они едят, они вообще не едят. Вот посмотрите. Вот этот участок за мной. Это участок, на котором они провели время вчера. Ну вот, можно посмотреть. Все выедено, загажено. Вот там что-то еще доедает до конца. А вот это новый участок, который вот мы только что огородили. Огородили вот такой вот сеточкой электропастуха. Прикололи ее деревяшками вот здесь вот, чтобы не убежали цыпы. Ну, хотя бы массово не убежали, все равно кто-нибудь пытается пробраться. Ну и вот смотрите. Да, кто-то говорит, что они не едят траву. Они восхитительно эту траву едят. Особенно, когда она свежая. Да, вот здесь-то, собственно говоря, уже особо ничего не съешь. Там у нас напивается. А вот здесь гляньте. Вот. Это первопроходцы.